Иисус Избавитель очень скоро придет. Уж входит дверь спасения Богом избранный народ. Пророчества сбываются на наших глазах. Готовься, Церковь Божья, Мессия при дверях. Грабительница, грабительница, гоните чудеса, откроются глаза. Принять Спасителя. Грабите небеса, грабите небеса, глядите чудеса, откроются глаза. Церковь Христова, с Богом встречу скорь. Поди пред престолом с горячей мольбой. Проси мирограду Бога богов. Спасай же от ада Богом избранный народ. Грабите небеса, грабите небеса. Глядите чудеса, откроются глаза, откроются глаза. На дивные дела откликнутся сердца, принять Спасителя. Грабите небеса, грабите небеса. Глядите чудеса, откроются глаза. Откроются глаза, на дивные дела откликнутся сердца, принять Спасителя. Господь в Аврааме говорит: благословляющий Израиля, будь благословен. Сегодня наша молитва также и об Израиле, чтобы крапили небеса и облака проливали правду на этот народ, чтобы они приняли свои сердца Спасителя, свою Мессию Христа. Крапите небеса, крапите небеса, крапите небеса.